Встречи руководителей медицинских учреждений с жителями проходят каждый месяц. Любой желающий может прийти и задать вопросы врачам о том, как записаться к узкопрофильному специалисту или о порядке направления в стационар. Столкнулась с такой ситуацией, когда гинеколог-эндокринолог. Имеется ли у вас в центре такой специалист? Женщина приходит на прием к врачу-акушеру-гинекологу, описывает свои проблемы. И доктор тогда уже сам записывает от врача к врачу. Многие местные жители регулярно посещают эти встречи, потому что после таких диалогов действительно видят результат. Мероприятие отлично, задумано замечательно. Общение необходимо. Кроме того, у медиков есть возможность информировать население о строительстве новых медицинских учреждений на территории муниципалитета. Так, например, скоро в деревне Сапроново откроют поликлинику, которая будет рассчитана на 750 посещений в смену. Будет вестись прием детского и взрослого населения. Ожидается, что в данной поликлинике будут вести прием врачи-терапевты, педиатры, а также узкопрофильные специалисты. В том числе будет отделение диагностики, гастроскопия, физиолечение и отделение реабилитации. Заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова от лица администрации вручила присутствующим подарки. Напомним, что встречи населения с руководителями учреждений здравоохранения планируют заранее. Всю необходимую информацию можно найти в открытых источниках. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.